Всем привет! Примерно 10 дней назад я ровно на этом же месте снимал обзор свежекупленного каба Honda Super Cub. И не далее как неделю назад у меня ее угнали. Поэтому я опять достал свой мотовелик и приехал сюда. Сегодня классная погода и что-то нет сил сидеть дома. И сегодня хочу сделать второй ролик про мотовелик. Недавно выкладывал первый, и он был прямо в начале эксплуатации. Сейчас уже прошло какое-то время. Я кое-что успел тут поменять, кое-что успел сломать, кое-что успел починить. Пробег, к сожалению, я точно назвать не могу, потому что у меня велокомпьютер сбросился. Но, насколько я помню, было что-то порядка там 500-600 километров, может быть, всего-то. Из того, что я сделал интересного и классного, смотрите, я жаловался в первом видосе, что у меня нет места для ручек. И вот я с Алиэкспресса заказывал вот такую ручку, к которой подсоединяются два тормоза одновременно, передний и задний. То есть у меня сейчас ручка тормоза, ручка сцепления, и все, больше ничего нет. Дальше, от обычного велика классно сюда подошла такая сумка на раму. Она тут прикрывает карб, прикрывает фильтр воздушный. Очень удобно пришла сюда к месту. Дальше, от обычного велика также сюда нормально подходят вот эти велоштаны, сумка. Ну и вот эти все, соответственно, приколы от, ну, от обычного велосипеда тоже подходят сюда. Стоит зеркало, корзинка здесь стояла еще до меня, предыдущего владельца. Так, по мотору. Я его перебирал, потому что у меня был стук на холодную. Когда я решил заглянуть под головку цилиндра и посмотреть, все ли там в порядке, мне показалось, что я уронил. Ну, во-первых, я сначала сломал, а потом уронил кусок маслосъемного кольца внутрь мотора. Поэтому я разобрал его полностью и не нашел там не нашел ничего, никакого кольца маслосъемного я не нашел, но как бы из-за этого пришлось мне перебрать мотор, разобрать, собрать его полностью. И что могу сказать, сейчас прошло совсем небольшой пробег после переборки, и максимальная скорость значительно упала. Если раньше он ехал там почти по 60, то сейчас едет 40 от силы. Почему-то вверха прям не крутится. Почему-то, не знаю почему. Возможно, дело в воздушном фильтре. Возможно, дело в каких-то соединениях. Но не знаю точно, не могу сказать. Потому что в целом, но я сделал все не хуже, чем было до этого. То есть, возможно, либо проблема в моторе, что может быть, потому что руки у меня из одного места. Возможно, в чем-то еще. Возможно, в том, что встречный ветер сейчас был, и большой вес в сумке, там продукты, бенз, масло, инструменты впереди. Планов было очень много, до того, как я не взял нормальный себе мопед. Но, смотрите, очень хотел поставить переднюю вилку, чтобы было мягче ездить. И, соответственно, передние дисковые тормоза. Но проблема в чем? Чтобы поставить дисковые тормоза, нужны обода под дисковые тормоза. Соответственно, здесь попадаешь сразу и на замену вилки, и на установку тормозов, и на замену обода, и колеса в сборе. То есть, понимаете, да, здесь расходы совсем не такие, что поменял вилку, поставил тормоза и вперед. Здесь обязательно замена колеса. Поэтому на тормозах я езжу на обычных ободных, ничего не стал менять. Также у меня есть звезда на 32, по-моему, зуба. Она гораздо меньше, чем стандартная. Это стандартная на 44, кажется. Я ее тоже сейчас не буду ставить. Почему? Потому что мотор и так стал хуже тянуть. И с меньшей звездой ведомой он вообще, конечно, ехать не будет. Это факт. Если он сейчас такой не тянет, ну, нет смысла сейчас пока ставить другую звезду. Так, что еще? Так, небольшой апдейт. Сейчас я посмотрел, немножко пригляделся и понял, почему, вероятно, и мотор не едет, и вообще от чего все проблемы. Если приглядеться, вот там вот справа видно прокладку между двумя половинками мотора. И думается мне, что она не должна так торчать.
поэтому, мне кажется, просто нет компрессии должной. То есть какая-то есть, что он едет и заводится. И вот смотрите, оттуда все ссыт бензином с маслом. То есть я криво собрал. Вообще с прокладками большая была проблема, потому что я заказывал это все из Китая. Хотя, казалось бы, да, китайские прокладки, китайский мотор. Но что-то вообще было непросто. Я заказывал 3 комплекта, из 3 комплектов как-то пытался собрать. Но те, которые более-менее подходят хоть как-то. Вот вообще там со сборкой отдельная была хохма, я отдельно смонтирую ролик. Ну там чисто такие заметочки, я особо снимать не старался весь процесс. Так что если у меня дойдут руки, я, конечно, это сделаю, но вообще пока не уверен, не знаю когда, не уверен. Я все еще тешу себя надеждой, что кап найдется. Хотя прошло уже больше 10 дней, и ни слуху, ни духу, ни от полиции, ни от кого-либо еще. Так что, возможно, если потребуется, необходимость возникнет, то придется опять снимать моторчик и прокладочку ставить нормально. Вообще удивительно тогда, что он ездит, на самом деле, и заводится с полпинка, даже с такой отвратительной компрессией, когда из мотора сочится бензин. Удивительное дело. Двухтактники живучие, просто как тараканы. Ах да, еще кое-что. Я должен упомянуть, что когда я подъезжал сюда, у меня сломалась цепа. Но вроде не критично, там просто тросик выскочил немножко из лапки. Так что сейчас я буду поправлять сцепу, чтобы доехать домой. Вот такие вот живучие тараканы двухтактники.